Знаете ли вы, какая самая большая собака в мире и какие породы крупных собак отличаются от других представителей собачьего мира своей огромной массой? В наш топ попали только самые сильные и крупные породы собак, славящиеся своими размерами, невиданной силой, преданностью и, конечно же, добротой. Микс-шоу представляет 10 самых больших собак в мире. 10 место. Венгерский кувас. Это достаточно маленькая порода собак, но только в сравнении с собаками, представленными в нашем рейтинге. Эти собаки еще с древних времен использовались как пастушьи. Они обладают преданным характером, в то же время могут быть очень жестокими. Поэтому к воспитанию этой крупной породы собак нужно подходить с особой внимательностью. 9 место. Шотландский дирхаунд. Порода шотландский дирхаунд родом из Великобритании. Это порода борзых собак, выведенных для охоты на оленей. Шотландские дирхаунды очень активные собаки. При проживании с человеком почти не проявляют агрессию и редко лают. Хорошо чувствуют настроение своих хозяев и обожают детей. 8 место. Пиренейская горная собака. Пиренейская горная была выведена во Франции. Эти собаки – отличные охранники. Знатные особы держали их для охраны своих владений. А в древности представители этой породы собак охраняли большие стада. Пиренейские горные собаки очень смышленые и замечательно поддаются дрессировке. По отношению к своим хозяевам ведут себя доброжелательно. 7 место. Анатолийская овчарка. Кангал. Родина происхождения анатолийской овчарки – Турция. Эти собаки – одна из самых больших в мире, использовались как пастушьи, защищая стада овец от хищников. Обладают спокойным характером и хорошей сообразительностью. Кангалы очень преданы и ревностно защищают имущество своих хозяев. Хорошо ладят с детьми. 6 место. Ньюфаундленд. Первоначально эта порода собак использовалась как рабочая в Канаде. Интересной особенностью Ньюфаундленда является наличие перепонок между пальцами. Поэтому эту породу собак также называют водолазы. 5. Из-за своего неагрессивного нрава эти собаки не подходят для защиты и охраны. Зато их охотно держат в качестве домашних животных. 5 место. Леонбергер. Леонбергер – одна из самых крупных пород собак в мире. Впервые выведена в Германии, в городе Леонберг. Своим внешним видом леонбергеры походят на львов. Отличительной особенностью собак является наличие черной маски на морде. Эти крупные и сильные собаки использовались как рабочие, но также отлично зарекомендовали себя в качестве сторожевых. 5. По характеру леонбергеры послушные и коммуникабельные. 4 место. Сен-Бернар. Свое название порода крепких и больших собак получила в честь монастыря Святого Бернара, расположенного в горах Швейцарии. Сен-Бернары используются в качестве спасательных собак. Они помогали нести провизию, находить и транспортировать туристов в заснеженных Альпах. По характеру эти собаки верные и покладистые. 3 место. Английский мастиф. Английский мастиф является самой большой породой собак в мире, если учитывать вес, а не рост животного. Их родиной считается Англия. Мастифы очень крупные собаки, хорошо сложены и обладают большой силой. Они даже участвовали в гладиаторских боях Древнего Рима. Чаще всего английских мастифов использовали в качестве охотничьих и сторожевых собак. 2 место. Ирландский волкодав. Родиной происхождения ирландского волкодава, как видно из его названия, является Ирландия. Во времена Римской империи волкодавы одним своим видом наводили ужас на римских легионеров. Волкодавы – одна из самых крупных пород собак в мире и, пожалуй, самая высокая, но при этом с небольшой массой тела, обладает спокойным и добродушным нравом.
Первое место. Немецкий дог. Окрас этих собак отличается большим разнообразием. Может быть голубым, мраморным, черным и так далее. Характер догов можно назвать мягким и дружелюбным. Поэтому проблем при содержании их человеком, как правило, не возникает. Самой большой собакой в мире считается немецкий дог Зевс. Данный результат был официально занесен в Книгу рекордов Гиннесса. У хозяев немецкого дога Зевса в шутку интересуются, не завели ли они себе часом лошадь, которую выдают за собаку. И правда, внешний Зевс больше похож на лошадь, чем на обычную собаку. Зевс поистине король собак, а также звезда фотосессии. В кухне он сам может пить воду из-под крана, так как его голова намного выше тумбочек. Хотели бы вы завести какую-нибудь из этих пород собак? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного.